Ну, Ортус, он страшненький, стайзер. Ну чё, полетели, раз уж на Ортусе, значит на Ортусе. Да кошмар. Камбала какая-то, а не Ортус. Кошмар, господи. Ой, ужас какой. Не, вот мне, честно говоря, вот реально интересно, кто придумывает вообще вот это. Кто вообще придумывает дизайн таких корабликов? Ну это ж кошмар. А чё, сюда только 5 дронов лезает? Боже мой. А чё ты такой маленький-то? Ой, ой, ужас. Кошмар, народ. Просто кошмар. Господи, ужас. Какая-то я неуклюжая на этом кораблике. Что-то себя как неуклюже на нем. Может его отдалить, чтобы не так страшно, не такой страшный он казался. Кошмар. Пингвин, так я не на Гиле сегодня. Я сегодня на Ортусе. На Камбале, короче. Такой есть страшненький корабль. Блин, ну какой же страшный все-таки. Даже вдали. Кошмар. Мы сегодня с вами полетали на Ортусе. Я первый раз летала на Ортусе. Ничего не могу сказать по него. Пока еще... Не, в принципе, 4.10 он прошел. Но... Так. Ладно, для зелени оставим его. Не, ну, слушайте, ну... Я вот пытаюсь как-то к нему внешне привыкнуть. Ну, как-то... Ну, был бы он хотя бы без вот этого вот, без нижней части. Был бы нормально, может быть. Даже не знаю, что он мне больше напоминает. Но на сковородку как-то он не похож. Я даже не знаю, вот у меня даже ассоциаций нет. Да, я понимаю, что я сейчас как любая девочка там смотрю, вот красивый, некрасивый. Ну, боже, ну он какой-то не такой. Господи. Это, по-моему, из одной серии. Вот это сковородка, да. Это вот прям сковородка, самая сковородочная. О, боже. Хорошо, это тогда мини-сковородка будет. Потому что они как бы из одного семейства. Воу-воу-воу, не торопись выключать видео. Напиши в комментах, что ты думаешь по поводу Ортуса. Потому что женский взгляд на Ортус, ну, в общем, вы все поняли. Также не забывайте прожать лайкосик. В комментах не забудьте оставить свой игровой ник и проверить подписочку, подписаны вы или нет. Потому что на следующем стриме мы разыграем 100 плексов с помощью рандомайзера. Ну все, ждите.